Добрый день. Мы сегодня работаем материалом компании Fidal. Декоративная штукатурка Antique Decor, фракция Maxi. Это декоративная штукатурка, которая содержит в себе фракцию. Она на акриловой основе содержит мраморную крошку. То есть ее можно отполировать, можно пригладить даже до зеркального блеска. Мы работаем в технике карта мира. Наносим грунт, кварцевый грунт и наносим первый слой поролоновым валиком. Мы его прокатали, сделали. Сейчас будем наносить второй слой. Будем наносить вспомогательным шпателем. Мы уже начали работу. И будем его приглаживать. После этого закроем это все акриловым панельным лаком.